В Десногорске продолжается повсеместная уборка снега. Глыбы льда убирают в том числе и с автомобильных дорог. Для этого используются не менее 6 единиц специальной техники. Это самосвалы и тракторы. Вывезено уже более 4000 кубометров снега на специальную площадку за пределами города. Если техника не справляется, к работе приступают бригады коммунальщиков. Где техника не может подойти, убирается это все вручную. И у меня просьба еще к жителям города, не оставляйте машины на дорогах, потому что из-за этого невозможно почистить дороги и убрать снег. Специалисты рассчитывают, что снежный покров сойдет полностью к концу марта, и тогда можно приступить к весенней уборке мусора. Часть этих мероприятий уже началась, уже почищены и освобождены от мусора ливневки. Ну а будет ли традиционный общегородской весенний субботник, зависит от эпидемиологической ситуации.